Вот я сделала первую веточку с ягодкой, с бусинкой. У бусинки есть дырочка, есть маленькая дырочка или большая. И чтобы у вас не просвечивало, вот когда вы сбоку смотрите или сверху, вот на вот эту бусинку, да, вот это, чтобы вот как бы дырочку не видно. Вот я вам покажу сейчас, если смогу, конечно. Вот. Ну, если у вас большие дырочки в бусинках, они разные бывают. Я что делаю? Вот она сейчас ровно, а я как бы вот немножечко вот так нагибаю ее. Вот так. Вот у нас первая веточка. Теперь будем следующую веточку делать. И я заодно, это мы будем кустики делать. Заодно покажу, как такие веточки можно применить, когда мы делаем яблони. Так, у меня кончился бисер, я сейчас быстренько еще наберу. Мало набрала. Специально пользуюсь этим спиннером, чтобы у кого не было, конечно, мягкой, еще на мягкой. Так, подержу, поставлю. Если бисер не набирается, двигайте проволочку вправо, влево, или крючок поправьте вот этот, или вот так руку вправо, влево, и будет набираться. Несколько оборотов, и вы это увидите, как у вас просто это все получается и быстро. Кончается бисер, еще насыпали. У яблони, когда я делаю яблони, яблоки, конечно, у яблони такого не бывает, чтобы на каждой веточке было бы по одному яблоку. Мы, конечно, кустик делаем, но нам не помешает побольше ягодок. Опять я вот примерно вот. Вот когда вы сделали веточку, вы уже по веточке видите, проволоки вам хватило на эту веточку. И вот так взяли и померили, сколько вам нужно загнуть. Примерно. Так. Я вставляю одну бусинку красную. Если вы возьмете синюю бусинку, у вас будет черничка. Всякого, любого цвета можно брать и делать. Закручиваем. Вот я закрутила одну. Беру вторую. Так, видите, я взяла вторую. Ну, вторую я взяла на короткую проволочку. Вот это рабочая, где бисер. Мы ее не обрезаем никогда. Только когда закончили делать веточку. Вот так берем. Вот примерно сколько у нас здесь. Чуть меньше, чтобы они не совсем ровные были бы. Вот так берем, загибаем. И так же самое прикручиваем вторую. Вот когда я делаю яблони, на одной веточке мне одно яблоко, на другой два. Могу три сделать рядышком. И когда я делаю яблоню, то я веточку делаю очень близко к бусинке. Сейчас мне это не нужно, но я вам все равно покажу. Вот вы видите, два рядом яблочка. Если бы это была бы яблоня. И я поближе вот так. Вот так делаю. Два, видите, два яблочка. Так три делаю. И вот на одних по одному яблоку, на других по два, по три.
Делаем дальше веточку с ягодками. Остальное все как и делали. Проверяем, чтобы тут, когда боковая, чтобы не было бы дырочек. И крутим. Раз, два, три, четыре, пять. В шахматном порядке. Если вышли на другую сторону, прокрутите еще раз. Не раскрывайте, не разматывайте проволоку. А именно еще раз прокрутите. Если будете разматывать ее, она уже будет как бы зигзагом, и уже будет сложно ее ровно закрутить. Поэтому лучше сделать лишний поворот. Делаем дальше несколько таких веточек. Делайте по одной, по две бусинки. Вот я сделала веточку, следующую. Хочу еще, чтобы вы обратили внимание на такую вещь. Вот, знаете, когда вы работаете с бусинкой, сгибайте, чтобы вот так в бок. Сейчас я буду показывать. Так, сейчас покажу вам. Вот так бусинка шла. И закручиваете посередине бусинки. Чтобы не получить. Ой, не было бы вот так, что. Чтобы вот дырочки были бы, смотрели бы. Вот одна с этой стороны, другая с другой стороны. Вот так. А не вот так. Если вы сделаете бусинку так, не обратите внимания, то у вас будет лишняя проволочка видна. Вот на ягодке будет проволочка. Поэтому, когда вы крутите, вот так проволочка должна быть. Дырочки вот так вот. Прям параллельно столу моему. Вот так. Здесь дырочка и здесь дырочка. Они вот сверху и снизу. Вот на это тоже нужно обратить внимание. Я вот тут делала две ягодки. Я ее все равно две ягодки считаю как один листик. Крутим еще веточек. Вот я тут нарисовала. Вот смотрите. Вот нам нужна бусинка, чтобы вот так шла. Вот здесь проволочка и проволочка. И вот здесь мы ее закручиваем. Тогда лишней проволоки мы нигде не видим. Она уходит как бы в веточку. А если мы вот так возьмем, закрутим, то сбоку будет видна проволока. Это неправильно. Вот так нельзя делать. Чтобы лишняя проволока на ягодке была. А вот именно вот берем вот так и закручиваем в этом месте. И тогда проволочка нам не мешает. Вот я хочу еще раз показать. Брусничка бывает, как и яблоки, и одна ягодка, и две, и больше, и три. Еще раз покажу, как я делаю эти ягодки. Берем одну ягодку. Когда делаем ягодки, то проволочку мы берем подлиннее. И еще я хочу сказать. Оставляйте обязательно кончики проволоки. Не отщипывайте под самые листики. Потому что нам надо будет их еще вместе скрутить. Вот как мы делали для березки, да, вместе скрутить. Поэтому под самый корешок не надо откручивать, отщипывать. Вот я беру. Когда вот правильно поставишь эту бусинку, то как раз дырочки так и будут, как я вам показала. Вот. Вот. Вот я, правда, у меня вот так вот. Я как раз поставила пальчики и закрутила. Берем следующую бусинку. Вот вставила. Их не надо на одном уровне делать. И опять закручиваем. Проверяем, как у нас стоит проволочка. Чтобы бусинка у нас... На бусинке у нас лишней проволочки не было. Вот так соединяем проволочку. Когда мы соединим правильно проволочку, вот так соединяем, вот как я нарисовала вам, то никаких проблем скрутить правильно нету. Главное правильно взять вот этими двумя пальчиками. Вот я взяла две, сделала.
Брусничек тоже много на веточке бывает. Ну, третью я сейчас сделаю. И также я делаю и в яблоне. Опять взяла, согнула. Вот так согнула. У меня правильно легла бусинка. И закрутила. Вот, закрутила, и у меня три ягодки. И я вот так собираю вместе их. А теперь будем дальше делать листики. Набираем бисер. И крутим листики. Если вы длинные не делаете, 0,3 проволочки достаточно. Не надо ничего вовнутрь вставлять, дополнительную проволоку. Смотрите, у меня береза какая, 17 бисеринок, на 0,3 сделаны. И столько лет стоит. Если, конечно, надо что-то жесткое сделать, то лучше четверку взять. Проволоку номер 4. А когда внутрь проволочку вставляем дополнительную, я видела, что так делают, то не получается аккуратно закрутить. Вот так отрезают, вот так проволочку лишнюю отрезают и ставят вот здесь по центру. И как вот где коротенькая, да? Вот видите, где коротенькая, ставят вот так и добавочную еще одну проволочку и закручивают. Ну, тоже так можно, но уже так аккуратненько поворота не будет. Вот я сделала 5 веточек таких с ягодками. По одной, по две, по три ягодки я сделала, бруснички. Вот так надо сложить их. Вот так ровненько. Для начала это ровненько надо вот так сложить. Разделим на 3 и 2. Вот так. Проволочку. И закручиваем. Больше 5 не берите. Сложно закрутить и сложно удержать, поэтому крутите, скручивайте вместе по 5. Вот у нас один пучок готов. Вот таких сделайте 3 пучка или 5, насколько вы хотите, чтобы у вас был густой кустик. Вот мы на березу мы делали из 3, это я на березку, а на вот кустики будем скручивать по 5. Потом мы, конечно, расправим в разные стороны. Сейчас это не нужно. Потом мы, конечно, расправим. Но чтобы пока мы собираем и нам удобнее, то пусть будет ровненько. Вот когда мы уже все сделаем, тогда будем и расправлять. Вот видите, стопочкой. Вот я сейчас еще покручу и выкрутите столько, сколько вы хотите густоты вашего кустика. Вот я скрутила. Кустики последние я буду складывать. Вот на каждый я набрала по 13 листиков. Бусинки, они идут в счет. Если без бусинок, то 12. Если вы захотите кустики покороче сделать, то возьмите поменьше. Сделайте листиков. Вот я складываю, скручиваем.
Вот я сделала 2, 3, 4, 5, 5 пучков я сделала. Вот. Сделала 5 пучков. Что мы делаем дальше? Мы скручиваем между собой. У меня тут 2 получается и 3. Значит, мы 3 скрутим, скрутим вместе и 2 пучка скрутим вместе. Сразу все не скручивайте. Не получится красиво ровно. Вот. 2. Развожу в разные стороны и скручу. Так. Видите, я вместе еще 2 вместе. Лучше это делать постепенно. Теперь я к 2 добавлю 3. А теперь скрутим между собой. Только смотрите, что мы делаем. У нас как бы они стоят как бы в рядок. В рядок. Немножко не разошлись, но это не... как раз нам все это и надо. В рядок идут. А эти мы вот так. Эти идут у нас в один ряд. Вот эти ряд. А эти мы вот так поставим. И вот смотрите, когда вы крутите, смотрите, чтобы лепесточки не заходили, либо не зацеплялись и не попали в обороты. Вот видите, как бы тут у меня наклоняется. Тогда я беру эту, наклоняю, делаю как бы уголочек такой. Вот такой, вот видите, уголочек. И вот эту как бы навстречу друг дружке делаю. Уголочек такой. Вот видите, навстречу как бы просвет. Вот, хорошо видно. Мы делаем кустик. Поэтому, если там чуть-чуть остается, не надо соединять как звездочку, а вот так чуть-чуть, да, то все равно видно не будет. Но нам нужна важная форма. Вот, у нас получился кустик. Конечно, не до конца. Это я нашла вот такую крышку от баночки. Да, и тут проволочку сделала такой немножко зонтиком. И прилепила скотчем. Так прилепила. Вот у меня стоит скотчем. У меня есть камушки. Я сюда заложу камушками. Заложу камушки, чтобы видно было. Оформим наш кустик. Можно гипсом залить, но кустик у нас небольшой. Вот я придумала вот такой вариант сделать. Вот за камушки. Так. Немножко я придерживаю, потому что у нас там скотч есть. И каждую веточку я кручу вокруг своей оси. Я уже немножко прокрутила, чтобы они попушистее были бы у нас. Веточки, и вы так сделаете, прокрутите вокруг своей оси. Может, сначала вы прокрутите, потом
положите на гипс или вот как я сейчас делаю. Ну вот, вот. Чтобы пушистее они были бы. Что дальше я делаю? Я беру клей и заливаю эти камушки клеем ПВА, чтобы потом у нас эти камушки не высыпались. Вот с одной стороны, со всех сторон я полью клеем. И они у нас приклеятся. Вот. Заливаю все камушки клеем. И они у нас высохнут и будут плотно держать наш кустик. Он сейчас клей у меня белый, но когда он высохнет, он будет у меня прозрачный. И как раз и проволочку приклеит, которую мы скотчем приклеили, чтобы держалась. Так. Вот. И когда это уже засохнет, тогда вы вообще можете поправить, как вам нужно. Вот такой кустик у нас сегодня получился с ягодками. Надеюсь, вам понравился мой урок. Пишите комментарии, ставьте лайки, если вам понравилось наши ягодки, брусничка наша. До свидания.